В аптеках снова стало людно. Начался весенний подъем острых респираторных вирусных заболеваний. Иммунитет, который мы растеряли за зиму, уже не защищает нас от вирусной атаки. Делает свое дело и весенний перепад температур. Недаром в народе издревле бытует термин «обманчивая весна», когда над головой светит по-весеннему теплое солнце, а в лицо дует еще холодный и колючий ветер. Именно в этот неустойчивый период мы подвергаем себя риску заболеть, если неправильно подбираем одежду, спешим снять головной убор, расстаться с зимней одеждой. Не знаешь, как лучше одеться, чтобы не спугнуть весну? Лучше не торопиться убирать далеко теплый шарф и сапоги. Промокли ноги, наутро заложило горло. Лечиться всегда хуже, чем уберечь себя от всегда неожиданных и нежелательных последствий простудных заболеваний.